будет сейчас вас мариновать здесь. Рвачи клапы, да? Нет, просто все молчат, поэтому мне приходится что-то... Я вот только села. Два. Что сказать про нас? Вы практически все знаете, то есть те, кто не знают, узнают. Не сказал мы, группа. Ну, группа из Бозы, я говорил, да. Очень неизбрасывайся. Мы группа Бозы, мы приехали из Бозы. Подожди, у нас надо сказать самую главную информацию. Мы же приехали гроши зарабатывать. Деньги в шапку. Да. Если наше баринование вам покажется достаточно близко к сердцу, вы можете нам сделать маленький... Ну или туда, не знаю. Но это не обязательно. Это можно по-мозыски сказать, есть что, мелочь есть. Ну вы на выходе проверимся. А если он дойдут? Раз. Что, начинаем, нет? Раз. Да, еще мы начнем, кстати. Мы можем начать с веселого и с грустного. Нет, это середина. В дверях точно. Это есть лодка нашего чек-ка. Спечатка на телефоне, да. Мы любим.
Завтра была война. Завтра.
снова станет, станет светло.
Конец света. Thank you.
Еще наша... Не, ну что сразу правду? Давай нашу песню, нашей любви к нашему обществу и бла-бла-бла. Чудомир. Песенка по мотивам мышонка. Песенки мышонка.
группа Мозыря. Не, правда. У нас есть покруче, у нас есть белое солнце. Пустыня. Браво. Фабрики больше. Мы выпустики не готовили. Не, ну можем попробовать? Не, не надо. Не рассуждай, песня честная. Чисто-сердечно мы дополнили текст Тютчева, да? Да, стихотворение Тютчева мы решили его разнообразить. Раз, раз. Раз. Ну, давай. Пока. Колготки принесешь потом. До сюда, сюда. Thank you.
куплету посвящается всем путникам. Идет сюда, она классно танцует. Идем сюда. На хоросты. Да, по-моему, есть вот эти, на улице. На Киев даже есть. На лечице какой прячешь? Если пешком проще добраться. Ну, валить, не пробовал, не проще. Давай, второй поднос. Так, у нас лечицы поднялись, скорость поднялся. Так, у вас не будет все. Так. Ну, что, по-моему, ее и так знают. Так что опять галилочка. Ездя про бабу. Старый. Держись. Сейчас в образ пойду. Старый, куплю деда себе. Буду ездить
по улицам Праги. Вдруг раз без озаренья, варенья, продавая колбасу и кулечки. Потоком будни, сиять сигнальным фонарем.
ветвям, сжигая стержень, сделая линия вдоль границ. На остановке нет пути, нет пути, нет, 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 нет. Thank you.
Следующую песню вы все знаете, наверное, можно вместе как-то подпевать, чтобы мы не сбились. Зоопарк твой, песня. Все знают, только я вообще сказала не зоопарк, ну ладно. Thank you.
Yeah.
когда все круг нас погасли огни. Да, у нас закончили песню, спасибо. Большое спасибо, приятно для вас играть. Честно, честно. Приятно. Мы думаем, еще встретимся, когда мы приедем в электричестве. Да. Сейчас мы в акустике играем, в электричестве немножко по-другому. Мы очень надеемся, что наконец-то у квартирника найдется местечко, а то мы... А то посол все занимает, да? Наконец-то в Гомеле начали вот такие заведения появляться, где можно авторскую музыку представить. Потому что до этого вообще не было. Одни были камеры, получается, там КПА, там разные и тому подобное. Мозга вообще нет. Но сейчас появилась там тоже Долина Ангелов. Можете найти какое-то заведение. В большом монастыре, да, там тоже.